Мое выступление было посвящено обеспечению единства измерений бортового оборудования ГЛОНАСС колесных транспортных средств в рамках конференции, проводимой в рамках данного форума. Основные аспекты посвящены как организационной основе, так и технической проведению испытаний в целях утверждения типа средств измерения, таких как тахографы, аппаратура спутниковой навигации, системы экстренного вызова и спасения, которые предназначены для оснащения колесных транспортных средств различных категорий. Вот, то есть в первую очередь это те средства, которые должны обеспечить безопасность дорожного движения, а также безопасность перевозки опасных и других категорий грузов. В рамках форума я пообщался со многими специалистами. Вот, в основном это представители организаций, входящих в ассоциацию ГЛОНАСС «Форум». Это множество компаний, в том числе наши коллеги из Севастополя, вот, которые занимаются в настоящее время испытаниями о бортовых устройствах, о которых я говорил, о федеральном округе Севастополя, ну и многие другие компании, которые представляют достаточно интерес. Ну, я считаю, что вопросы, поднимающиеся здесь на форуме, довольно актуальны, причем они актуальны не только сегодня, это не актуально всегда, поскольку это безопасность, это жизнь, здоровье наших граждан, наших детей. Они всегда будут актуальными. Ну, знаете, я на форуме первый раз, вот, к сожалению, мне не с чем сравнить. Вот, но сегодняшний форум мне понравился, очень много конференций на злободневные темы. Вот, в том числе, я так понимаю, тема, посвященная ГЛОНАСС, они даже несколько выходят за рамки данного форума.